Друзья, рад приветствовать у себя на канале, и сегодня я вам хочу объяснить, что такое спонсорство. Есть 5 уровней в данном моем канале. Первый уровень — это упоминание о каждом спонсоре, хотя оно будет доступно в каждом видео. То есть я в видео напомню о каждом спонсоре, который участвует в данной рубрике. Следующий уровень, второй у нас идет, это ранний доступ к теме контента. То есть вы можете с ним ознакомиться, то есть с описанием, и внести, возможно, какие-то свои предложения, на которые я пойду, и мы совместно сделаем, в принципе, контент. Третий уровень является собой третьей темой, это доступ к контенту. То есть вы получите промо-видео, точно так же можете ознакомиться, но уже более подробно, и даже, возможно, сделать какие-то свои поправки, если это будет касаться темы. Четвертый уровень влечет за собой то, что вы можете поучаствовать в моем контенте, вместе записать видео, получить общую выгоду, если вы ведете какой-то YouTube канал, прибавите себе контента, и естественно это будет плюс на развитие канала. Ну и конечно же последний уровень — это рекламное видео, это конкретно вашего контента, либо же продукта, не имеет значения. Вы можете это сделать полностью, ваше техническое задание со всеми вашими требованиями. И все эти спонсорские действия влекут за собой тем, что вы подписывайтесь, и ваша оплата будет взиматься ежемесячно, как в принципе действует любая подписка. Поэтому вот как-то так. Всех рад приветствовать, мне будет очень приятно, и готов с вами работать.